Что там за говнари были? В смысле, это были с одной команды? Прикинь? Вот этого, которого я убил, суперметкого, который вообще у нас в спине был. Это с этой же команды. Как так получилось? Да, он успел обойти. Ну, если ты знаешь, где ты если он знает, где ты находишься, что подходишь в свой. А это, я думал, это другая команда прибежала. То есть... Я тоже думал, потому что в спину прилетел. Четко, блин, я сидел сзади. Я в спину прилетел. Шот. Естественно, логичнее было положить, что это была другая команда. Какая-то задница опять. Большая голова, пиздец. Как тяжело жить. С большой головой. Саня там увидел двоих, побежал. Блин, ну вот они меня реально удивили со своими статами и так далее, но видно, что неопытные, блин. Четыреста часов, в принципе. Двести часов, ну я не знаю, ну слишком как-то вот этот момент переиграли, блядь. Саш, ты ж там, блядь, шуршал в кустах, что ли? Хотя по мне первому стрельнули, ок, козел. Витя, улыбнись. Пошел. Это важный момент. Нельзя дезморалиться. Не разлагай команду. Надо идти с рандомами там. Позитивные игры. Тут какая-то сака, я не знаю, что получается. Ну, потому что он такой, блин, вот прям недовольный. Улыбнись, все будет хорошо. Получится, надо, блядь, верить. Да? Где второй шот? Где второй выстрел? Вот. Твою мать? Ты ж понимаешь... Ты, блядь, палки в кустах режут. Где вы сидите вдвоем, черт? Ты пошел в палку, мы стреляли по челику. Я одного убил, да. В этот момент его, блядь, поджигал. Саша стрелял по второму, а третий тебя с палкой уже караулил. Да, блядь, чтоб он вас зарезал с этой палки и сидеть... Рутрагар, здравствуй! Смотреть. Форт завтра. Дружище, как твои дела? Ту-ту-ту-ту. Взял челика, именно такого, которого я вынес. Даже не переобувал его. Все, готов вкалывать. Эту деваху я беру на себя. Уй. Иди сюда, родная. Два спавна очень часто их слива от нас, так что на подсказочке можем чуть-чуть подождать. Она, кстати, на очень видном месте. Можем попробовать. А, как давно я стримлю? Ну, вот тут 1000 кп охотник. Скоро будет год.
подсказки никого до сих пор нет. Идем забирать. Там зомбарей. Ни хрена себе шустрые какие. За минуту убили. Ладно, пошлите вместе. Отвлеку на себя пиявочник. Ах ты ж ушлепала, больно. По пузу дал ему. Здорово. Так, мне нужна аптечка. Аптечка. Вернулся Андрюха, прекрасно. Делаешь ли ты анонсы стримов или подрубаешь, как захочешь? Ну. Анонсы стримов. Анонсы, ну смотри. Бывают дни, когда я вот реально не делаю. То есть я... Ну как не делаю? Я пишу в Дискорде ребятам, что я запустил стрим. А так обычно Дискорд и группа ВКонтакте я дублирую и там, и там. Андрюх, вижу, вижу. Куда ты успел накопить еще 25 тысяч, ты мне расскажи. Вот зря, конечно, ты их потратил. Завтра новый ништяк появится, который тебе очень понравится. А вот так вот. 25. Куда? Вообще не понимаю. Не, серьезно, куда ты успел? Ты что-то покупал за 25. Ах ты жук, фармит как-то. А завтра узнаешь на стриме по Fortnite. Ту-ту-ду-ту-ду-ту. Я аптечку так и нашел, ребят. Если что, тыкните, пожалуйста. Да веселей. Походу баг случился. Какой баг? Сколько у тебя их? Ну-ка, признавайся, жук. А вот тут этих 500. Да и где свет можно было забрать три уровня? Нет, нет, нет. Ну тоже интересно. Тут видите. Привет, металлический. Уй, обманул. Ах ты ж, шляпа какая. Ой, бля. Что случилось? Я зашел, и у меня 27 стало, понятно. То есть повещаешь непосредственно перед стримом. Графика стримов на Твиче не нашел. Да. В ближайшее время решится, перейду я полностью на Twitch или буду и там, и там. Потому что не очень удобно две площадки пока что. А нет второго монитора. Плюс сейчас начинаю подрабатывать, и за счет этого не так стабильно стримы, как раньше. То есть раньше каждый день стримил, а теперь... Бывает такое, что по 2-3 дня могу пропадать. Нормально, Андрюх, нормально. Зачислим тебе 200. О, так у тебя там уже 950, что ли? Когда ты успел? Там псины. Псины, так вольнем. Так, у них война идет такая жесткая. Там команда, две команды минимум. Не расслабляем булки, возможно, одна еще у нас. А, 51. Ворона. Очень часто не берут вторую подсказку, да? То есть, блин. Если есть змея, очень круто. Так, ну, теперь мы знаем, где босс, полетели. Не, по кругу ходим, не можем найти его.
Ай-яй-яй-яй! Аккуратно. Дамочка. Ну. Приготовьтесь. Получать хедшот. О, там уже отобрали подсказки у пацанов. Ну, блин, шустрые. Вот на бой. Тут слева только двери и справа там надо обходить. Босс белый у нас. Возможно, там три команды. Закройте дверь. Так, я минирую, короче, территорию, у меня много всяких ништяков. Саня или Витька, начинайте упасть. Кто там? Там вроде Витя. Вроде. Витя не в духе. Иди помоги ему. Такие баги мне нравятся. Ну так, такие все. И очки. Саша, иди возьми. Перк и очки. Так. Здесь это просто их спугнет, и они побегут на бочку. Крокодиль лапу перк взял. Касание пришел, уже нету перка. Да, туда не бегай, взялась в здание. Есть чем бить, нашли? Нет. А, ехал. Я, мы в прошлый раз, кто смотрел стрим, обороняли его вообще классно. Здание. Тут есть, ну, комната, вот эта, где босс не трогает. И там выход на крышу есть. О, кувалду нашел. Ты только форты эту игру гоняешь. Посмотрел по записям, а ну-ка есть еще. Нет, на самом деле, я очень разносторонний. Играю во многие игры. То есть, это преимущественно Fortnite, CSGO, Hunt. А так и Warface, и Warzone, и Resident Evil, и всякие Warcraft, и... ну, много чего. Сейчас Warhammer начали мы играть. Battlefield 4, я думаю, появится в ближайшее. Просто я же говорю, за счет того, что я на двух площадках, и аудитория дробится, и все остальное. Тут-то стримы не сохраняются, они через две недели удаляются, и я преимущественно что-то интересное там стрим. Чекните. Где ж ты, где ты? Ну, какой закончится? Это был в компьютерном клубе, играл в CS. Понравился. 5 часов играл в CSGO. Ну ты чумачечек, конечно, Андрюх.
Ребят, ищите меня на крыше. Они идут сюда, посмотрите, пожалуйста. Я сам смотрю. Нет, они еще там. Скорее всего, у них все команды. И так как эти могли уже умирать, они навряд ли к нам пойдут. О, третья команда забрала, охренеть. Вот третья как раз таки, может, не умирала. Такие хеды с клаша давал. Так ты... ты можешь зарашить их раньше. Что, идем сейчас? За профессионал. Не, блин, ну... Я не знаю, с твоих уст это звучит как подъем. Ну, ты конкретно скажи, хочешь, пойдем. Я не против. Аккуратно, ловушки. Просто две, одна. Не, да, там на бочке, на бочке. Это ловушка, чтобы сбить стол. Нам надо на форс сразу бежать. Нужно на время перехватить. Окей. Так, не легче стримить тут, а записи на YouTube сливать. Этим нужно заниматься. Не, блядь, Сань, с тобой. Конечно, Сань. И, ворон, тут надо только никого не спугнуть, иначе наш план будет раскрыт. Этим надо заниматься, то есть надо записи... У меня стримы долгие по времени, понимаешь? У таких более опытных стримеров они делают 2-3 часа, потом нарезку делают, да, там на полчаса и все. А у меня стримы могут быть по 10 часов за день. И у меня просто нет силы времени на работу. Ну, то есть надо с головой к этому подходить, то есть стримить меньше, чтобы делать какой-то дополнительный контент. Нам немножко привет. Саш, понял? Не пугать никого. Да. Внезапно наш конек будет. Нам надо сбоку как-то к ним, да? Вообще было понятно. Ну, это эвакуация, я думаю, довольно логичнее. Нижний. Ну, хотя бы, чтобы мы могли перехватить. Если я не ошибаюсь, подобрали только одну подсказку. Возможно, еще вторая у той команды. Не спешим, вообще тогда не спешим. Главное, никого не спугнуть пока. А, все, они выдвинулись к нам на тележку, блядь. Саш, готовьтесь. Встречаем от тележки. Они уже близко должны быть. Да, они спереди идут? Да. Да, вот там где-то. Фу. Чего вы на молнии не смотрите? Во, уже близко. Во. Тележки идут. Да, вижу. Дал хит. Убил. Я килюсь, я тоже килюсь. Один на дорогу выходит. Слева. Слева дорогу чекаю. Он с луком на дороге. Я дал ему хит. Лечится он. На тележке не дайте резнуть. Попали по мне с тележки. Килюсь. Вроде подходит. Блин, так попадают жестко. Там. Не резнули, что ли? Тут. За ковчем дает. На дорогу один вот. Зомбарь пришел. Там двое. Убил. Надо рашить. На дороге, фуком. Готов. Вот неожиданность, это, конечно, тут решается. Через тебя флешку перекинуть? Да. Я специально ему вперед бежал, чтобы он мне в лицо ее не кинул, а если кинул, то себя слепил. Ой, да. Красивая ветерли. Да, ветерли. И офицерский. А я с Файном там был, мы живем 50 метров друг от друга. О, здорово. Я раньше, по-моему, не ходил в клубы компьютера. О, и перкот валяется.
Ну где ладно, мне я его забрал. Ну, не я. Санька. Где я не забрал? Забрал, забрал. А перкот я не забирал. А, забрал. Ах, это Витёк. Ну все, нам подсказки принесли, пошли за своими и на выход. Ёпта. Победа. Еще одна. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Довольные, думали, сейчас затарится уже. Вот кто первый стрельнул, конечно, блин. Ты хоть попал, кто первый стрелял? Битёк. Нет, но он меня увидел. А-а-а. Он смотрел прям на корч на мой. Ну тогда ладно. Где и ты сидишь, только я с другой стороны прям. Потому что я видел, я целил хэд, и ты только такой выстрел такой. Для меня был вообще не вовремя. Он уже смотрел прям на нас. Потому что, наверное. Бля, ты только выдра. Выдра. Ну, Санек, справишься. Ладно, мозгу можно включить на фон, мы всех победили. Бля, ну такое себе, эти два пистолета. Ну, я полуавтоматически взял. Его в куполе пистолета. У меня какая там. Давай попробовать по зомбарям. Бля, по зомбарям четко попадаю. На средней дистанции. Но это на добивку классно, то есть вот если с основного оружия кто-то попал, чисто бежишь уже и начинаешь делать грязь. Ганстер. Угу. Аккуратно возле бочек, ребят, заминировано все мною. А тут одна порвана даже. Это я наступил только что. Это с ядом было. У меня шприц. Так, где выход ближайший? Наверх пойдем? Угу. Пошли наверх. Я вочник. Что вы думаете об этом? Что мы думаем? Ни хрена ты его надурил. Стойкость. О. Александр, вы тоже участвуете в процессе. А что это было сейчас вообще? 4 выстрела, бля, чтоб зомбарем. Так и щеликами потом. Да, мужик? Стреляю специально в тело, чтоб. Ой, бомбу я втащил. Привернись на всякий случай, может там остатки прошлого бегут. Как говорится, нельзя ворошить прошлое. А что еще нельзя ворошить? Надо свое очко. Свое очко. Ну ладно, Александр. Хорошо. По опыту тебе говорит. Когда вы что-то говорите, это не по опыту, когда я тут говорю, это по опыту, блядь. Мы такое не говорим. Тут я очень. Таня, нужна помощь. Но у меня нет патрона. Я на следующей локации еще. Динамит кинь в него. Мы так зачистили все. Где зомбари все? А вот вы где. Ой. Перк выпал. А ну ко мне все. Шутки медленны. О. Еще одного сняли, слышу. У меня есть еще один. Давай, кидай. Только я пьявку не... Быстрее, быстрее. Пьявку. Кидай и уходи быстрее. Уходи, уходи, уходи. Ё-моё, бочка. Мозги? Мозги здесь. Еще один, Саня. А у меня есть динамит, у меня есть гранат только. Не, не тратьте, два патрона. Ну ты жесткий. А кто следит за хантом?
грядет интересное обновление. Саня, ты какой-то неудачник вообще. Да пошли в жопу, блядь. Добавят новые, я считаю, максимально дисбалансные шприцы. Саня, еще один вот тут. Да нет, у меня больше ничего. Саня, сядь на него. Сядь. Ладно, ладно, сейчас. Добавят новые шприцы, которые будут автоматически... Бля, мы же тут уже были, блин, я уже бегаю. У нас 4 пиявочника, ладно. 3 пока без перка. С этого должно 3 выпасть. Здорово, Димон. Как жизнь молода? Обалдеть. Который будет рентгенить здоровье, Димон? Есть на 5 и есть на 10 минут. При получении урона автоматически будет восстанавливаться в течение этого времени до максимума, до фулки. А если донатить есть, чтобы навсегда? Ну, не надо покупать. Просто задонил и всегда будет восстанавливаться. В лобби, чтобы, знаешь, у меня повозки спалили, оно восстановилось, пока я в лобби. Можно? Наверное, да. Помните, стреляет. Какой-то рачел, мне кажется, нужно. Они добавят потом пофиксят при получении урона. Ну, то есть, как только у тебя... Но очень будет сильно решать, через какой промежуток времени. Сразу же мгновенно начинает резать, но восстановление в два раза, скорость в два раза ниже, чем при обычном. Ну, знаешь, когда обычная восстанавливается, она такая быстренько, а ну, тут да. В два раза медленнее будет, но все равно. Даже в два раза медленнее, все равно быстро, если это не будет ограничиваться полоской. Которая... Нет, не будет ограничиваться полоской, до максимума будет восстанавливать, если она только не сожжена. Сожженная, естественно, нет. Мы идем... Так это без урона. В смысле без урона? Вот если я упал, или по мне хант попал, оно сразу начнет восстанавливать, Дим. Просто рентген, ну. Ты ж перк прикосновения жизни станет совершенно бесполезно, или как там? Ну, понимаешь, не каждый захочет 100 баксов каждый раз покупать его. Например, когда кто часто сливается, это довольно-таки... Ну хотя, возможно, будут жертвовать обычной аптечкой, да? То есть, ну, обычным шприцом, да. Бесконечный, это имба, блин, я не знаю, смысл покупать что-то другое. Дальше шприц на выносливость сделают на 5 минут и сделают его дороже. Также подорожают шприцы на яд, которые постоянно, что залетающий кот пользуется. Ну, то есть, все шприцы будут 5-10 минут, кроме яда. Яд будет 30-60. Ну, возможно, его урежут, что было бы грамотно, конечно. Я не читал про яд, но, возможно, урежут. Сань, иди наступи сюда. Быстрее наступай, Сань. Ля, ты крыс. Крыс, это ты манишь меня в ловушку. Ну какую ловушку? Это всего лишь нитки среди железяк. Да, потом они меня обмотают. И я умру. Саня, ты просто нитка в этом мире. Я иголка. Что ты? ML? А, ладно, я нитка. Игорь Шмидта. Говно какое-то. Мне не понравилось. Катка не понравилась это? Mm-mm. Опять? Ну. No. Я опять получил флешку, вы всех убили. В этом плане не понравилось. Ну, вы можете их просто покотить и дать мне. Ну, слушай, у тебя было право на первый выстрел. Да. Ты мог поставить. Ты мог хедик поставить. Но он... Не поставился. Ну, это нормально. Я как бы не надеялся, что его поставил. Ё-моё, что там за шлак в чате? Надо удалить. Здесь всё последнее, скорее всего. Дмитрий, слышали? У нас место освобождается. $1179, не дали, что так много. Да, ребят. Там, кстати, тоже был этот
стример. Я его сбрил. Ничего себе, у меня много этих надо прокачать максимально тут. Короче, перк этот браконьер станет дешевле, единицу будет стоить. Которым никто не пользуется. И вот этот вот ловить гранаты руками. Ну, да, есть это, конечно. Подожди, мне нужно шприц убрать, вот этот убрал. Либо они хотя бы сделали, что ну как-то через Ешку хотя бы можно на каком-то минимальном расстоянии видеть и душить. Это хотя бы было как-то юзабельно.